Через 5 минут ожидается начало, но люди уже уходят. Мы сейчас спросим у них, почему. Что начался концерт, митинг-концерт, посвященный отъезду российских олимпийцев на Олимпиаду. Расскажите, пожалуйста, вы уже уходите? Там выход находится. Нет. Я вернусь обязательно. Марта в России пройдут президентские выборы. Да. Владимир Путин как кандидат в президенты. Будет, есть ли жизнь на Марсе и будет ли жизнь после Путина? Да. Для нас Путин уже как родной. Я вижу Путина еще и дальше. Это мы за Олимпиаду, мы за Путина, мы за Россию. И действительно страшно себе представить, что будет после того, как он уйдет. Но я уверена, что Россия великая, огромная страна, и мы найдем нового лидера. Есть такой политик Алексей Навальный, это российский политик. Как вы к нему относитесь? На Украину, Навального, на его родину историческую, на Украину. Пусть туда и там мутит, там его место. Пойдем.